Так, вскопал я там на участке, что Света попросила. Продолжу. Что я делаю? На глаз я отчертил контур будущей фляжки под коньяк. И теперь 10-м сверлом пройду. Так, немножко я слукавил. Это облепиха, и размер ее 50 миллиметров. Это мне ребята распилили по 50. Ну, попробую. Здесь немножко побольше взял. Попробую сделать где-то сантиметровую, потом после шлифовки будет 0,8 где-то. Просверлю. Покажу после. Да, шурупер вздыхает в самый неподходящий момент. Ну, этих двух мне, наверное, хватит, чтобы обойти контур вот такой мелкозубчатой пилочкой. И она ровно на 50 входит в дерево. Если взять длиннее пилку, будет уводить. Могу накосячить. Так, пока я зайду, временно отключу. Почему ничем не прикручиваю? Потому что маневренность лучше так. Здесь пройду. Мне главное зайти вот сюда культурно. Тут хорошо пилка фиксируется ключом и центруется нормально. Теперь отсюда зайду, чтобы не горело. Но тут момент тонкий под углом. С двух сторон надо обходить, чтобы... Чтобы не горела пилка, то потом с той стороны вот пилка немножко уходит под углом. Это потом зайду с той стороны, обработаю. Все равно много работы по шлифовке будет. Под эту руку туда лучше было. Здесь надо угол снимать хорошо, постараться. Так, здесь спилы сделаны. Да, видимо, я этот откину сейчас кусочек. Бревном
удобнее работать получше. Так, видит меня телефон. На груди телефон, надо, чтобы видно было. Ну, поперечный спил отлично пилочка берет. Вот прожиги только на закруглениях получаются. Так, здесь ходит. Наверное, здесь я еще здесь сделаю. Все-таки где-то центр. Десятка здесь, потом подровняем. Лепиха не сдается. Да, по запаху она, ее структура очень частые, вот эти вот сучки всякие. Вон даже внутри вот видно есть вот сучочек. Сейчас обрежу, посмотрю. Не попробуешь, не узнаешь. Ну что, момент истины. Так не выйдешь, как здесь. Лучше не допилить, чем перепилить. Так, перевернем. Это все мелочи. Так, здесь мы имеем тоже недопил небольшой с этой стороны. Так, это все тоже. Здесь надо быть внимательнее. Так, что нам? Ничего нам не держит. Все гуд. Все гуд. Сейчас мы будем это шлифовать. Красоту. Пройдусь-ка я сороковкой. Все, вот доска осталась. Тут можно наделать ложечек всяких. Это потом. Тяжелая штучка. Да, спил получился знатный. 50 миллиметров. Что? Где бутылочка наша? Все попадало у нас. Ну вот. Там, может быть, будет какой-то бархат, я не знаю еще. Что остается? Дно и крышка еще. Но перед дном и крышкой, конечно, нужно
шлифовать. Ну что, вот я на улице, уже, так сказать, вечер, и я беру болгарочку 36 номер и шлифую на коленке. Здесь можно, в принципе, снять лобзиком, либо гравером. Но выберу-ка я шлифкой вот это все. Здесь у меня кусок коры. Это будет дно с запасом. И мы его скруглим, покажу как. Это будет перед. Но решил я все-таки дремелем спрямить. Он на 2,5 заходит, до половины здесь. Сделаю, переверну и здесь сравняю. Подложу мягкое что-то и вперед. Так, это черновые все работы. Я уже, видимо, завтра покажу готовый результат. Но это пока только корпус. Еще будет, естественно, крышка и дно. Все по мере поступления информации. Всем добра!